Ростовский-на-Дону, аэродром военный. Вылет из Ростовского госпиталя на Москву. 9 утра нас сюда привезли. В Москве запретили полет в Москву, потому что там атака дронов была. Но все бы ничего, все понимаем. Просто-напросто, ну, привезите вы автобусы, загрузите бойцов, сколько лежит раненых. Весь день под солнцем. Вылет будет в 8 вечера. Весь день под палящим солнцем ребята лежат. Ни еды, воды единственное привезли недавно. Вот такое вот жесткое отношение у нас. Мы-то ходячие, ладно, а вот эта лежащаяся банда пацанов страдает. Это хорошо, нету еще ливня.